А в Минске сильный ветер повалил 10-метровый тополь на улице Комсомольской. В считанные секунды дерево обрушилось на припаркованный у тротуара автомобиль. К счастью, никто из прохожих не пострадал. Штормовое предупреждение вчера было о том, что сильное усиление ветра, гроза. Впоследствии это дерево получило, наверное, было завихрение ветра, поскольку так просто здоровое дерево, здоровый пень, видно, что сильное переувлажнение, крона стала тяжелее, на высоте 4 метров переломилась, упала на машину.